have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Галадушки, мы с вами в Тунике. Итак, я провел небольшое исследование, так скажем, так как я и говорил в прошлой серии. Я пошел за информацией, эта информация делится, так скажем, на три части из того, что я могу вам сейчас рассказать. Есть то, что я нашел сам, тыкая, смотря и всякое такое. Есть информация, которую мне прям точно подсказали, и есть информация, которую я знаю косвенно. Значит, из того, что я могу сделать, из того, что я натыкался, мы можем парировать. Я это абсолютно случайно узнал. Теперь, я немножечко, когда при монтаже смотрел, там была подсказка, типа, зажми A, и можно сесть отдохнуть. То есть, если ты устал, не так, что вот надо вымотаться. Или нет, погоди, значит, это что-то не то. Когда ты сидишь, наоборот, не восстанавливается. Ладно, окей, значит, я что-то неправильно узнал. Теперь, насчет колодцев. Хорошо, давайте по порядку. То, что я сам насмотрел, и где у нас там карта? Общее, пожалуйста. Не, в другую сторону. Хорошо, поехали. Вот здесь. Меня вот эта штука смущает. Помните, мы с вами ходили по пляжу, вот тут вот за водопадом проходили, шли в эту сторону, тут подбирали что-то. Вот это наша стартовая локация, если что. Вот там, где стоял другалетчик очень сильный, он нас там не пропускал, мы спускались. Мне вдруг стало интересно, что вот это за лестница. И я там не был. Я ее не видел просто. Я потом уже шарясь по карте увидел, что там есть лестница. Очень интересно, я там не был. Во-вторых, вот эти вот двери. Так, хорошо, это из того, что я сам натыкал, сам узнал, с этим завершили. Теперь, из того, что мне посоветовали. Вот эта вот дверь, если вы видите сейчас в центре экрана, такая с двумя змейками. У нас вот тут вот дверь, вот эта посередине, которая опять же сейчас, она, по-моему, тоже с такими же эмблемами. Или мне кажется. В общем, определенные двери металлические с эмблемами на них, вот такими, мне сказали, попробуй посмотреть на эту дверь и попробуй разгадать. Поэтому мне теперь не терпится найти что-то подобное. Прям хоть назад возвращайся. Так, теперь насчет колодцев. Туда можно кинуть, оказывается, монетку. Как это работает, я без понятия. Ничего не случилось. Кидать ли мне туда все? Может, по разным колодцам надо кинуть? Ну, по крайней мере, один колодец у нас тут, другой колодец у нас был возле могилы героя, что ли. Ладно, хорошо, теперь. Вот это вот пустое место, это есть какие-то определенные обилки, которые мы должны как бы когда-то получать, не знаю... А, вот, погодите, это они у нас есть? А как про них подсчитать? Что, блин? А, мне нужно было просто раньше на это тыкнуть. Это что-то с мечом, это что-то с сердцем, это что-то с... Я не знаю, что они делают. Давайте по очереди пробовать. Что-то с мечом. Может, какой-то буст на меч будет давать. Давайте их по очереди пробовать. По очереди смотреть. Так. Смотрите! До этого был знак вопроса. Теперь он мне показывает единичку. У меня был шанс прочитать абсолютно все. Есть умельцы-молодцы, которые смогли перевести все эти письмена. Они на самом деле написаны не на нашем языке, но это все можно как-то перевести, то есть поддается какой-то расшифровке. У меня был шанс перевести все, что здесь написано, но, естественно, не я бы это перевел, я бы просто прочитал то, что люди перевели. Но фишка в том, что мне гарантировали спойлеры, поэтому... Один?
Один что? Вот я кинул одну монетку, и теперь он мне дает один что-то. Погодите, а сюда... Блин, она выглядит очень заманчиво. Также я немножечко, ну не проспойлерил, а просто пока искал информацию, увидел, что в игре присутствует огнестрельное оружие, чего я абсолютно не ожидал. То есть мы знаем, что тут будет магия. Ну, у нас ее пока что нет, но мы точно знаем, что она будет. Пойдем пока что в том же, наверное, направлении, куда мы шли. Там, где крокодилы и телевизор, мы там так дальше не смогли продвинуться. Так, мне дальше, еще ниже надо, да? Попробуем пойти в эту сторону. Если прям тяжко будет... Блин... Ай. Ну, чувак побежал. А я не увидел пока что никакого бонуса к мечу. Давайте, знаете, что сделаем? Погодите. А, вот это поменяем... Не знаю, на вот это, если что. Но монетки просто в людей кидать я не вижу смысла. Мы поняли, что это для колодца. А, может, вот это? Я не знаю пока что, что дают все эти бонусы. Я не успеваю прикрыться, да? Я молодец. Блин. Ладно, телевизоры мне не нравятся. Честно вам скажу, телевизоры мне не нравятся. Они такие жесткие ребята. Я опять не успел сюда дойти, я потратил все свои 4 банки. Кто молодец? Так, 3 крокодила. 2 чешуйчатые, 1 на север. Отдохни. Угу, молодец. Нет, это... я попадаю на всю ту же ловушку, что и в прошлой серии. Подождите. Пришел сюда. Где-то пробежал, где-то проехали... Гори! Гори, тварь! Нет! Нет, Джеш! Дай просто какое-то проклятое место. Я еще и бомбу трачу, оно еще и за мной прибежало снизу. Я не знаю, как это работает. Погодите... Попробуем третий, я не знаю, что она делает. Ладно, поехали еще раз. Ладно, я их убил. У меня тут просто мой труп валялся сверху. То есть я кинул один динамит, они подошли ко мне, кинул второй динамит и еще и подобрал свой труп. Да, я здесь наконец-то. Черт, это место крайне враждебное. Мне не хотелось бы проходить это еще раз, но чувствую, что придется. А зачем мне сюда? А-а-а. Какой-то тайный, не тайный, но сундучок. Смотрите, костер сверху. Хм. И как мне туда попасть? Кстати, а у меня вообще есть карта этого места? Да, вот она. Ага, то есть я, в принципе, даже понял, где я нахожусь. Прошел сюда через верх, к западному саду, да. Тут был один костер. Не, погодите. Костер. Куда я сейчас иду? Я сейчас иду вот тут вокруг. Ага, более-менее понял. Это чтобы туда попасть... Ну, это же... Погодите, это не может быть тупиком, да? Волшебный кинжал там находится. А-а-а.
О, телевизоры очнулись. Они, видимо, были припасены для того сундука, но поскольку я пошел, взял другой сундук, теперь они очнулись тут. А, вот подъем. 50 денег. Это много. Погодите. Да стой. Это же проход. Не, не проход. Очень подозрительно. Тогда... Да, кстати, тут есть бег. Здесь я никуда не могу пройти. Ладно, ладно. Я эту игру начинаю уже подозревать абсолютно во всем, потому что очень такие места здесь вот неочевидные. Причем несколько уровней этих неочевидных мест. Некоторые уровни говорят, да, чувак, вот, пожалуйста. Другие говорят, о, вот это хорошо спрятано, в то время как третье... Размениваться я с тобой не хочу, дружище. Это мы сверху подошли. А могу ли я? Наверное, могу. Давайте я тогда сначала сюда пойду. Там еще один телевизор должен вылезти, да? Вот тут. Ты телевизор, нет? Нет. Два. Нет, 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 нет! Вылези, вылези! Ху-ху-ху. Как я это успел отбить. Фух, вот золотой сундучок. О, 4 динамита, круто. Сколько я потратил? 2 или 3? Ну, 2 точно, когда я сейчас этих крокодилов взрывал. Так, телевизоры повылазили. Надо как-то вниз добраться. А как вниз добраться? Я отсюда не вижу, возможно. Надо будет подумать. Нет! Есть! Не-не-не-не-не! До свидания. Ай, блин, он наотмашь ударил. До свидания. Можно пройти туда, сюда. Короче, сразу несколько мест. Предлагаю. Все-таки сначала на костер, но его нафиг. Ну, сюда добраться было очень тяжело. А, это наверху. О. И попасть туда можно. Может ли тут где-нибудь быть тайная стеночка? Что скажете? Давайте попробуем понять, где мы. Вот мы здесь. Вот святыня, вон святыня. Вон там черный череп, это дорога к боссу, что ли? Значит, по деревянному мостику. А это к святому кинжалу, к магическому какому-то. А тут тогда что? Или я оттуда сюда попаду, или... Я не знаю. Кстати, я ни разу не пробовал вот эти желтые пломбы взрывать. А что если... Прикиньте. Что если они взрываются? Очень хочется сюда кинуть динамит, но, блин, страшно. Ну, то есть, если я начну разбрасываться динамитами каждый раз, когда я что-то подозреваю... Погодите, я не туда пошел? Нет, я нормально пошел. Если я начну каждый раз разбрасываться, моя паранойя меня убьет. Ну, не то, что убьет, а обанкротит. Меня просто, во-первых... Блин, ты же встал. Давай, до свидания. Отвали! Thank you.
Я выпил! Он меня убил с бутылкой в руке просто. Ладно, ладно, ладно. Это здесь. Это здесь и... Ладно, возьму сейчас. Я подумал, может быть, придержать на тот случай, чтобы их сюда привезти. Тогда я не вижу смысла... Вот этих другальков тут оставлять. Они мне могут... усложнить задачу. Чё, опять друг динамит? Чёрт. Просто в размен. И динамит выкинул, потому что он вниз упал. Вот это обидно, да? Иди сюда, маленькая тварь. Они меня просто выносят. Я ничего с этим не могу поделать. То есть они мне выбивают стамину, и из-за этого... Ей блочиться нормально не могу. Короче, ладно. Нет, ну, конечно, можно по-человечески с ними драться, если раком не быть, например, да? Это же не про меня. А. Маленький островочек. Волшебный кинжал. Ну, вроде как в эту пещеру, да? Пойдем. Пройти я там никуда не могу. Тут я никуда не могу пройти. Вряд ли вот эта стенка взрывается. Да и что мне там делать? Ладно. Я не вижу... Надо будет почитать, что они делают вот эти штуки. Я просто не вижу никаких эффектов от них. Ну, пока есть, что есть. Пойдем. То есть я узнал, что они есть, а... О, блин, а он просто тут лежит. Ну да, конечно. Да-да-да-да-да. Черт! Мисклики чертовы. Я нет собирался сделать. Окей, это оружие. В... Место меч. А, нет, у него количество использований есть. Мне интересно, что он делает. Ну, у него три использования. Но мне. Ну, он какие-то там синие использования, кстати. Может, они. Погодите, может, эти использования восстанавливаются? Как вариант. Я же предлагаю сделать одну глупость. Сейчас, ребят. Тут моба не будет никакого? Будет, конечно. До свидания. Да прыгай ты! До свидания. Просто отвалите от меня. Я потратил? Потратил. Оно восстанавливается? Оно восстанавливается. Все, значит, это работает так, как я думал. Оно синее, потому что оно восстанавливается. То есть, это можно применять на всяких огромных мобах, которые... А, гляньте, у меня теперь третья полоска манны появилась. А каким образом? А, назад. Ретрит. Еще один удар. До свидания. То есть я предлагаю сейчас на вот этих чуваках и попробовать. Блин, страшно. А насколько... А, недалеко, ясно. О!
Блин, а он как босс, он по силе прям как босс. До свидания. Фух. Ну вот мы его использовали, да, все, у нас больше не осталось, но он зарядится, ладно. У них жизни просто слоновое количество. Погодите, не все так просто. А тут что? Ой, там сундучок сверху. И тут сундучок. Хочу сундучки. Дайте мне сундучки. Это просто деньги, да? Нет, погодите, это какая-то трава. Она внизу отобразилась, видите? Про вот это я пока что тоже не знаю. Но я хотел узнать гораздо больше, но меня останавливало то огромное количество спойлеров, которые я могу схавать, и просто было бы обидно полностью все себе проспойлерить. Игра и так набита просто тайнами. Чуточек я себе приоткрыл. О, а как туда? А, туда мне не надо. Нормально. Два зуба, два этих. А что будет, когда будет три? Вообще что-то... Ой, ты скелет? Это шорткат! Ой, какой хороший шорткат, удобный. Все-таки разрабы понимали, что вон там вот это все пройти на одном костре нереально. Поэтому сделали там второй костер, и здесь сделали шорткат к первому. Фух. Почему он так заныкан? Надо прям знать, что он тут, иначе его не увидишь. А тут что? Погодите, большая арена. Блин. А как? Нормально. Надо отдохнуть. Нет! Офигеть, офигеть! Да, это же импосибру, вы чё? Вы видели, сколько у него жизней? Это мне что-то вот... Я не знаю, что... Кстати, смотрите, на динамите у меня написано «плюс один». И я уже сколько раз замечал, что каждый раз, когда я воскресаю, у меня появляется еще один динамит. А если... Нет, только после воскрешения дают динамит. Если просто отдохнуть у костра, это так не работает. Блин. Это как вообще? Мне нужно понимать, что мне дают мои расходники, наверное. Чтобы эффективно с ним бороться. Ну, допустим, заморозка мне нравится, а после заморозки... Да вы чё? Ну это же... Вы видели, сколько у него жизни? Это же нереально просто. Я не...
это за... Я не успел подобрать свою... Ох ты ж. Я такой, окей, я сейчас подойду, подберу. Бах, он меня бьет, я спамлю просто А, чтобы подобрать. И второй же удар прилетает, я не успеваю ни защититься, ни подобрать, ничего сделать не успеваю. Меня после этого отбрасывает. Экономим. А, он три раза бьет, ну. Пьем. Отдыхаем. А, у меня выносливость за... Ну, я щит держал, вы чё? Ладно, у меня более-менее начала складываться картина, как его валить. То есть там бегаешь по кругу, но у меня не хватает выносливости. А пока восстанавливается, может, ну, у меня есть какая-то штука, которая мне повышает выносливость или ее восстановление, как минимум, знаете, как эта зеленая травка. Раз, два, три. Отходим. Кружимся. Шотган не наводится, я понял. Нет! Шотган бьет просто в одном направлении. Восстанавливаемся. Да я в перекате был, что ты делаешь, дружище? А, еще и улетел туда. Нет, вот это мне сейчас не понравилось. То есть, ну, фишка всего Dark Souls, что в перекате ты неуязвим. На этом строится механика и в большинстве играх Devolver'ов, и в Dark Souls'ах, и Souls-лайках. Я только что два раза был в перекате, два раза мне прилетело. То есть в анимации переката. Так, от шотгана прикрываемся. Да ну нажми ж ты! Нет, серьезно, я не понимаю тайминги. Ну, то есть, я понимаю, что происходит, но я не понимаю тайминги вообще. Что у нас? Ну да, там босс, интересно, что мне за него дадут, но это ладно. Денег у меня вроде достаточно, кстати, надо посмотреть, сколько я там теряю, по 20, по 50. Я пытаюсь его замораживать, что, наверное, неправильно с моей стороны. Давайте... Что если мы поменяем стратегию? У нас тут есть горящие, у нас... Вот эти перцы, у нас их 4 штуки. Просто посмотрим, что они делают. Да в перекате я был! Валим. Да валим, блин, ну... Опять в анимации переката. Я укатывался от него, он по мне попал. Я не помню, что этот перец делает, блин. Давайте в спокойной обстановке. Блин, а вдруг его тратить не следует? Вдруг он очень хороший, я его сейчас просто сливаю. Мне это немножечко бесит. Ладно, давайте сюда льдышку. Я вот еще подумал, с вашего позволения, я не буду делать нарезки так, как с первым боссом. Я практически уверен, что сейчас этого босса мы не убьем. Ну что, серия заканчивается. Я, наверное... Это он крутится. Валим. Это я зря сделал. Вот это не зря. Но у него жизни просто до черта. Да стою в щите!
Выбил щит. Восстановись. И это только первая фаза. Ай. Вот этим он меня сейчас мог убить. Восстанавливаемся. Пошел с ним в размен, начал включать, льдышку. Льдышка очень долго кастуется, невыгодно. Ну, то есть, может, и выгодно, но не когда он проводит атаку, не в размен, потому что я не успеваю, его атаки проводятся быстрее. Я ему вообще ничего не наношу. Вместе с динамитом, вместе с мечом, вместе со всем вообще, что происходит. Где? А, вон я. Раз, два, три. Причем посмотрите на этот урон. Раз, два, три. Выбил. Но я живой. Раз, два, три. Нормально, живой. Дробаш. Раз, два, три. Третий не попадает. А! Я пожадничал. Дай! Короче, чуть-чуть в долю секунды тут выбиваешься. Я понял, в чем прикол. У него, по сути, сколько? Три удара. У него круговой удар. У него атака из трех ударов очень большой дистанции. И у него дробовик. Дробовик не наводится. Круговой удар очень опасен вблизи. Эта серия из трех, она наводится. Причем она очень читерская, потому что она достает даже в перекате. Нужно держаться рядом, наверное. Не знаю, как насчет... Раз. Два, три. Ну да. То есть, чуть-чуть выбиваешься из тайминга, и вот эта вот атака из трех, она убивает. Просто у него урон огромнейший. Ты попадаешься хотя бы под один удар, и тебе уже нужно лечиться. А когда тебе нужно лечиться, ты тратишь на это время, ты тратишь время на дополнительные перекаты. И, ну, то есть его можно победить. Я уже даже вижу, как это можно победить. Но я не знаю, сколько на это попыток уйдет. Это просто количество урона, которое я наношу, и количество урона, которое он наносит, это просто несопоставимо. Вот один зря выкинутый. Дробаш. А, у меня щит выбит был. Он спамит. Ну, то есть, сюда приходишь и, ну, если ты попал под какую-то одну атаку, скорее всего, тебя заденет и другая. Тот же дробаш из трех, ну, он просто попадает по тебе всеми тремя. Если пробит щит, если у тебя не хватает выносливости, в это входит вся выносливость на удержание дробаша. Ух, блин. Я сейчас просто его изучаю. Я сейчас даже не пытаюсь его убить. Я сейчас его просто изучаю. Но к определенным, как бы, успехам мы, как видите, пришли уже. Что сейчас ты будешь делать? Дробаш. Дробаш держим. Восстанавливаем выносливость. Морозим. Раз, два, три. Два. Понятно. Дробаш. Удерживаем. Третий раз морозим, избавляемся от магии. Все, у нас магии больше нет. Окей. Раз, два, три. Он меня выбил, кстати. Раз, два, три. А, это круговая была. Круговые... Раз, два, три. Да. Я слишком рано прыгнул. Сейчас я уже видел, что я не попадал в тайминги. То есть от первой я ушел, а вторая, третья прилетает. Ну, естественно, две добивают уже моментально. Давайте еще один трай.
Это мы ему треть жизни, типа, снимаем. Но я более-менее уже вошел в ритм, как это все происходит, как это все делается. Там дальше уже посмотрим. Раз, два, три. Чем ты будешь делать? Круговая. Мне годится. Замораживаем. Дробаш. Третий он не дает по себе сделать. Восстановись. Нет, круговая. Я кинулся как под поезд. Восстановись. А, он еще и отходит. Динамит, кстати, не так уж и много дает. Динамит на него лучше не тратить. Ай! 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 Дробаш! Ух, мне повезло, что... Он не попал из дробаша, у меня выносливости вообще не было. Второй! Третий! Пей! Нет! Восстановись. Нет. 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 Моя очередь. Ай. Да. И смотрите, я ему больше половины снес. Я сейчас пожадничал, и я пару раз очень неудачно попался. Хотя, с другой стороны, пару раз очень удачно было. Ладненько. Тогда... Я за кадром буду убивать этого босса. В следующей серии мы тогда начнем уже с его смерти. Я уже вижу, что это абсолютно реально. Ну, вначале был шок, вначале казалось, типа, а, и что я с ним буду делать? Ну, как обычно в Dark Souls'ах. Ты потом, а, ну да, да, окей. Вот так вот он бьется. Все. Значит, динамит практически бесполезен, ледышка ничего, но на начальных стадиях. Посмотрим, может быть, я все-таки попробую какие-то другие ингредиенты поиспользовать. Динамит плюс один, но он каждый раз по одному из... пользуется, ну, типа, по одному восстанавливается. Может быть, я потом пойду как-нибудь к этому подземному чудику, куплю у него еще динамита. Ладно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.